Факты. С одной стороны, у нас до сих пор не удалось разместить полигон на Рикосихе. До сих пор мы не даем, все делаем для того, чтобы работы замедлить максимально и привлечь внимание общественности на ШИИСе. Как только решатся эти проблемы у власти, только тогда она определится с тарифом. Как вы думаете, за чей счет они повезут мусор из Москвы? И вот тогда те, кто сегодня не пришел, они поймут, что к ним залезли не просто в соседний регион с мусором, а к ним залезли в карман за денежкой. Потому что все реформы по традиции в нашей стране решаются и проводятся за счет народа. Долой свалку на ШИИСе!